Завершается июнь, а это значит, что дачный сезон в самом разгаре. Садоводы проводят много времени на своих участках, кропотливо выращивают плоды и, конечно, ждут большой урожай. Ведь садоводство – это огромный труд. Мы уверены, что любителей садов и огородов всего Восточного Оренбуржья ждет по-настоящему удачное лето. Ведь именно для вас порталы урск.ру, гай.рф, ntsk.ru запустили с 1 июня по 31 августа самый удачный фотоконкурс «Дачное лето». Организаторы конкурса подготовили 4 специальные номинации, в которых шанс на победу будет у каждого. Неважно, огород у вас или сад с цветами, подходит все. Орский предприниматель Сергей Горланов показал урожай клубники в своем крестьянско-фермерском хозяйстве. Помимо необычайного аромата и приятного вкуса, клубника садов Горланова крупная, ягода однако одной. Конечно, арчанин гордится таким урожаем и показывает его на все Восточное Оренбуржье. Вот такую классную клубнику вырастил я, красную, сладкую. А что вырастил ты? Участвуй в конкурсе на ors.ru «Дачное лето» и покажи, что растет у тебя. Кстати, в садах Сергея Горланова растут более 18 сортов яблонь. Среди них и летние, и осенние, и зимние. Так что орский предприниматель с трепетом ждет первый урожай вкусных, красных, сочных яблок. Ну а пока фрукты и овощи созревают, у вас есть время, чтобы поучаствовать в фотоконкурсе «Дачное лето». Ведь заявки принимаются до 31 августа 2022 года. И, кстати, один участник может присылать неограниченное число фотографий. Но в финал попадет только одна публикация. Какие правила? Кликайте на раздел «Дачное лето» на сайте ors.ru. А вот и те уже, кто подал заявки. Присоединяйтесь и вы. Не забывайте, один человек может принимать участие в разных номинациях и присылать свои работы неограниченное количество раз. Так что не стесняйтесь, подарки вас ждут.